Четвертый международный форум по педагогическому образованию, проходивший в Казанском федеральном университете, подошел к своему завершению. В завершающий день форума в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ зарубежные гости обсудили систему высшего образования различных стран и роль педагога в этой системе. 24 мая в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось награждение победителей конкурса на лучшую научную работу среди студентов КФУ. Студенты и их научные руководители, чьи работы в конкурсе заняли призовые места и стали победителями в номинациях, были награждены дипломами, благодарственными письмами и премиями. В Елабуге проходит круглый стол древности Нижнего Прикамья, в рамках которого археологи собрались вместе, чтобы поделиться своим опытом и исследованиями. Участники круглого стола посетили Ананинскую дюну и Луговой археологический комплекс, побывали в городских музеях Елабуги, а позже собрались в Елабужском институте Казанского федерального университета, где и началось заседание круглого стола. Адель Шамилова, Универньюз.